Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 130 тысяч километров. Подтяну на нем ручной тормоз. Вместо 5-7 щелчков стало 10 щелчков. Ну, в принципе, не критично, но мне не нравится, как рычаг стоит вертикально. Идем в салон. Ну, пробуй. Открываем бардачок. Снимаем вот эти боковые накладки. Вот ручник хотел показать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, еще 11 можно затянуть. Открываем накладку, поднимаем ее вверх. Немножко вниз и на себя. Сидит 3 вниз, 1 вперед. Также со второй стороны. Теперь поддеваем здесь накладку. Набалдажник рычага переключения я не буду снимать. Я накладку сниму и немножко ее вперед поддам. Поддеваем ее с двух сторон. Теперь поддеваем вот эту накладочку. Отключаем снизу 2 разъема, по-моему, 2. Да, 2 разъема и снимаем накладочку. И вот у нас наш ручник полностью доступен. Здесь 2 гайки. Да, их хорошо видно. Теперь мы расконтрагаем и закручиваем нижнюю гайку. Ключик на 10. И нижнюю гайку закручиваем. Пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще закручиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
все, 7 щелчков получается. Закрутил прилично, получилось. Сейчас покажу. Вот. По гайке видно. Примерно 5 миллиметров я нижнюю гайку закрутил вниз. Контрагаем. И собираем в обратной последовательности. Но раз я здесь снял, я здесь протру полиролем. Для салона использую кенгуру. И точно так же другие накладки тоже. Одеваю обратно на ручной тормоз. Одеваю разъемы. Все, от 5 до 7 щелчков. Ну, дальше тянуть не стал, сделал 7 щелчков. При этом гайку я закрутил на 5 миллиметров, там плюс-минус, быстрее всего плюс. Вот таким макаром подтягивается ручной тормоз, трос ручного тормоза, подводятся колодки. На этом регулировку ручного тормоза я закончил. Всего вам доброго.